Ребят, всем привет! В этом ролике хотел бы сделать очередной обзор актуальных скидок на iHerb и рассказать о том, что чего нет в открытом доступе, да, и что вот таким вот образом не демонстрируется на главной странице, а рассказать о так называемых скрытых скидках. Да, и давайте не будем долго тянуть резину, перейдем к сути. Во-первых, на этой неделе скидки на Muscle Touch 10%. Раньше были на Muscle Touch достаточно долгое время, в течение примерно одного года, наверное. Скидки в 20%, вот сейчас это 10%. Это скидка, не требующая промокода. Кроме того, на этот раздел я ставлю ссылку в описании к этому ролику и привяжу к нему еще и свой промокод, который даст дополнительную скидку еще в 5%. То есть скидка получится всего 15% на все продукты Muscle Touch. Есть что выбрать, хороший у них протеин, хороший карнитин. Ну, в принципе, все добавки Muscle Touch — это один из топовых брендов, который периодически является спонсором Мистера Олимпия. Раньше постоянно он спонсировал Мистера Олимпию, сейчас не знаю. Вот. Продукция хорошая, я думаю, вы о ней наверняка уже не раз от меня слышали. Следующий бренд, на который на этой неделе 10% скидки, это Gaspari Nutrition. Тоже один из достаточно старых брендов. Популярный бренд с хорошим качеством. Его я особо никогда не использовал, периодически пробовал какие-то продукты, но соотношение цены и качества, не скажу, что самое лучшее, но в принципе пойдет. Опять же, если сравнить, допустим, его протеин с протеином от Muscle Touch, да, то разница в весе, во-первых, достаточно большая. И по факту он по цене выходит дороже, да, то есть если взять, вот я добавил в корзину протеин от Muscle Touch и протеин от Gaspari, да, получается, здесь я привязал дополнительно еще свой промокод, да, и получилась скидка общая 15%, то есть этот на сегодняшний день стоит 3500 со скидками от Gaspari, этот, ну, примерно тоже 3500, но здесь у Muscle Touch 2,5 килограмма, да, а у Gaspari всего 1,8 кг, при этом состав там плюс-минус идентичный там по белкам, по углеводам. У Muscle Touch, насколько я помню, даже немножко лучше состав. Поэтому если вы фанат Gaspari, да, либо хотите какие-то продукты, ну либо, может быть, какие-то интересные для себя найдете продукты, то имейте в виду, да, на него сейчас скидка идет 10%, ассортимент, кстати, достаточно небольшой. Вот, но лично я выбрал бы из этого Muscle Touch. Также сейчас идут скидки для новичков в 12%, распространяется только на страны Россия, Украина, Казахстан. Вот, на Беларусь, к сожалению, не распространяется. По какой причине, я не знаю. Вот, скидка будет длиться до 26 февраля и активируется тоже по ссылке в описании к этому ролику. 12%, если вы еще ни разу не делали заказ, если у вас новый профиль, грубо говоря. С другой стороны, даже если вы новичок, да, то вы можете тот же Muscle Touch взять с 15% скидкой, да, а не с 12%. Ну, если, предположим, вы новичок и предпочитаете начинать с бренда Muscle Touch. А если не с бренда Muscle Touch, то какие бренды я бы мог порекомендовать? Во-первых, California Gold Nutrition. Протеин от California Gold Nutrition. Сегодня я считаю, что California Gold Nutrition — это один из брендов, который вот прям оптимален по соотношению цены и качества. Качество продуктов, ну, я думаю, уж точно не хуже, чем у того же Optimum Nutrition. Optimum Nutrition стал очень дорогой. Он бренд исключения, на него практически никогда нет никаких скидок там и так далее. И при этом качество, ну, я считаю, что у California Gold Nutrition качество, ну, уж точно не хуже. При этом, если взять тот же BSN, да, который тоже везде является брендом исключением, стоит достаточно дорого, то у BSN хотя бы какие-то есть там Синта 6, да, там просто невероятный по вкусу протеин, да, там какие-то Амино X, да, которые, ну, вообще прикольно, реально, то есть они шипучие аминокислоты там с большим, с хорошим составом. Но всякие вот есть какие-то продукты, фишки, да, вот которых действительно там у других производителей не купишь. То если, допустим, брать тот же Optimum Nutrition, но у него такие олдскульные в основном продукты, там чистый протеин, там креатин, там глютамин, БЦАшки, все вот, ну, такие стандартные, скажем так, наборы. При этом качество, да, за последние там пару десятков лет появилось достаточно много и в США, и в Европе других брендов, которые не хуже качества, да, но ценник у них при этом выше. И вот один из них — это California Gold Nutrition. Вот ссылку на весь раздел California Gold Nutrition я оставлю. Если вы новичок, да, то можете получить на него скидку 12%. Глютамин у них превосходный. Креатин, да, БЦАшек у них сейчас нет, к сожалению, в наличии. Коллаген, да, один из топовых. Так, тут написано тестед, бестселлер для тестирования. Давайте попробуем добавить его в корзину и посмотрим, что у нас получится.
ничего у нас не получилось, скидка лишь 5%. Ну, возможно, это потому, что я его уже заказывал. Возможно, если вы ранее, ну, я тоже брал, да, этот коллаген, то есть, возможно, он сейчас является пробником. Вот, возможно, если вы закажете его, то у вас он будет по какой-нибудь сниженной цене. И, кстати, не забывайте про раздел суперакции и пробники. В пробники заходите, да, тут тоже можно достаточно много разных вещей интересных. Кстати, вот эти вот батончики я пробовал. Ну, такие они, орехово-медовые, прикольные, в принципе, батончики. Если не на диете, то можно. Вот, в общем, в раздел пробников тоже заходите, смотрите. И на все продукты, кстати, на которые нет скидок, да, вы автоматически получаете 5% за счет того, что к ним будет, к этим ссылкам будет привязан мой промокод. По моей ссылке при переходите, и к вам уже к корзине привязывается мой промокод. Вот, который по умолчанию на все продукты дает скидку в 5%. Все, ребят, все ссылки в описании к видео. Переходите и удачных покупок. Всем спасибо.